автомат двухсредный специальный, АДС. Автомат АДС может вести стрельбу под водой при использовании патронов 5,45 на 39 ПСП и в воздушной среде при использовании стандартных автоматных патронов 5,45 на 39. Автомат АДС с присоединенным глушителем и ночным прицелом на рукоятке для переноски, ствол подствольного гранатомета был отсоединен. Автомат АДС с присоединенным подствольным гранатометом калибра 40 мм и его прицелом на левой стороне ствола. АДС – автомат двухсредный специальный, представляет собой стрелково-гранатометный комплекс, выполненный по компоновке Bullpup и предназначенный для замены в специальных подразделениях ВМФ России автоматов АПС и АК-74М. Первые образцы были созданы на основе АСДТ «Морской лев» и использовали специальные боеприпасы с игловидными пулями для стрельбы под водой и стандартные патроны 5,45 на 39 мм. После того, как в Тульском КБ «Приборостроение» разработали новый патрон ПСП, идентичный по размерам с надводным патроном 5,45 на 39 мм, был создан новый вариант АДС, на этот раз на основе А-91. В 2007 году разработка конструкции была завершена, однако в течение следующих 5 лет продолжались испытания и доводка конструкции. АДС был впервые показан на стенде КБП на салоне в 2013 году. АДС снабжен переключателем режимов работы газоотводного механизма «вода-воздух», отъемным 40-м подствольным гранатометом, комбинированными посадочными местами для всех типов прицелов. На ствол может быть установлен прибор малошумной стрельбы или насадка для стрельбы холостыми патронами. Как и у А-91, экстракция гильз происходит при помощи специального канала вперед, благодаря чему обеспечивается должное удобство стрельбы из автомата как правшами, так и левшами. АДС превосходит АК-74М и АПС по кучности стрельбы на воздухе и под водой соответственно. Технические характеристики. Калибр 5,45 на 39 ПСП, ПСПУ для стрельбы под водой 5,45 на 39 7Н6, 7Н10, 7Н22. Длина оружия 660 мм. Длина ствола 415 мм. Масса без патронов 4,6 кг. Темп стрельбы 650-800 выстрелов в минуту. Емкость магазина 30 патронов. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.